в общем, тоже уже не новое имя. Мы видели ее и в прошлом, на прошлом чемпионате. Нет, это у нас не Орлова. Это у нас Учеваткина. Видимо, в протоколах протоколы сбили нашего режиссера. Ну, давайте посмотрим. Вы видели эту гимнастку и накануне, и видели ее на прошлом чемпионате России. Она ровная, очень ровная девочка, многоборка, но пока, в общем, ярких каких-то выступлений мы от нее не видели. И что касается прыжка... Вот вы видели сейчас, что не удался ей прыжок. Она выполнила вот всего полтора винта, но ее не хватило ни инерции, ее потащило назад к коню, и даже пришлось...